о его существовании только понаслышке. А еще до культуры можно жить и посвящать себя полностью его успеху. Сегодня мы открываем наш творческий сезон и даем старт новому, успешному, творческому началу. На протяжении всего нашего праздничного вечера с вами будем мы, ведущие Екатерина и Людмила. Мы уверены, что хороший концерт и хорошее мероприятие – это лучший пиар для любого творческого коллектива. Конечно, наша сцена – это самая лучшая сцена для наших участников. А еще наша замечательная и любимая сцена – это стартовая площадка для многих и многих дарований. И все-таки главное в искусстве – это полет, воображение и талант. Мы бы хотели, чтобы у вас, зрителя, не возникало вопросов и каких-то ощущений, что что-то не так. Мы заточены на успех, потому что идем к нему вместе с вами, дорогой наш зритель, и ценим ваше мнение. Мы нацелены на успех, потому что мы молоды душой, и, как мы думаем, мы все-таки талантливы. Мы приговоренные к успеху, потому что любим то, чем занимаемся. Мы любим творческие полеты и умеем зажигать.